В связи с этим была у нас встреча с Константином Михайловичем, значит, мы обсуждали вопрос вообще работы совета, и принято решение, что со второго полугодия мы будем переходить на плановые очередные сессии, прикрепленные к принятию решения по бюджету. То есть в федеральном законе 131 написано, что совет депутатов собирается не реже одного раза в 3 месяца. Соответственно, у нас очередные сессии будут, в принципе, не реже одного раза в 3 месяца. Мы посмотрели по плану графику, это, в принципе, как раз те месяцы, когда мы обсуждаем и принимаем решение по внесению изменений в бюджет города Потемкин. Значит, в оставшиеся месяцы, если будет необходимость, будут созываться внеочередные сессии.